Вы замечали, что парни до 30 готовы встречаться с девушками на 5, 7, 10 лет младше их и считают это нормой, но не дружат с другими парнями с такой же разницей в возрасте, потому что понимают, что это странно. Ну как бы дружба дружбой, а вот это вот отдельно, и не только до 30, мне вот 38, и я вам официально скажу, что вот где-то, ну, 18-25, это прям вот то, что доктор прописал, да, нормально, извините, подвиньтесь. Дальше уже идут сильные-сильные компромиссы. Вот так вот, берегите себя и будьте счастливы.